Не испугаться и узнать свой ВИЧ-статус призывают специалисты центра СПИД. Пройти бесплатное экспресс-тестирование можно уже завтра в парке Новой культуры на площадке возле летнего кафе с 15 до 18 часов. Акция проводится при поддержке администрации города. Также первоуральцы смогут пройти флюорографию без талонов и длительного ожидания. В самом центре города на площадке у ТРЦ «Строитель» заработает мобильный пункт. При себе необходимо иметь лишь паспорт и медицинский полис. Обследование проводится бесплатно. Готовность результатов всего через несколько минут. Мобильный пункт будет работать в этот четверг, 29 июня, с часу дня до 6 вечера. Обследование органов грудной клетки флюорографическим методом на территории с заболеваемостью туберкулезом свыше 60 на 100 тысяч человек, а наша территория относится к такой территории, нужно проходить один раз в год. Необходимость этого обследования заключается в том, что туберкулез на ранних стадиях протекает бессимптомно, но в то же время он не распространенный, эпидемиологически безопасный и хорошо излечимый.